Огурцы на завтрак обязательны. Утро губернатор Игорь Орлов и глава Северодвинска Игорь Скубенко начали на Северодвинском агрокомбинате «Тепличное». И, разумеется, попробовали первые плоды, причем самый популярный сорт – «Магнит». Сейчас хозяйство восстанавливается после аварии в 2017 году. Тогда работа котельной, подающей тепло и воду, была приостановлена, и почти весь урожай погиб. В этом году предприятие запустило производство на 1,5 месяца раньше. В том году мы восстановили полностью производство. Конечно же, и с помощью областной поддержки из областного бюджета нам было выделено порядка 11 миллионов на природный газ, на компенсацию и на производство продукции. В планах модернизация производства, увеличение мощности газовой котельной и установка бака-аккумулятора горячей воды. Они обеспечат эффективную и стабильную работу предприятия. Как отметил глава региона, для севера необходимо создавать поток здоровых продуктов, в том числе и овощей, при этом использовать инновации. Мы имеем огромный биотехнологический ресурс разного направления. И природных ископаемых, и леса, и морских, которые должны давать возможность повышать и отдачу этому производству, и, соответственно, создавать целый ряд сопутствующих видов предпринимательской деятельности. Очень рассчитываю, что это тоже станет предметом и разговора, и внимания на различных площадках. А так здорово, могу вас заверить, огурцы вкусные, сам проверю. В этом году «Тепличное» планирует на 60 тонн перешагнуть порог производства продукции урожая 2016-го. На прилавки поступит более 1100 тонн свежих овощей. Мария Воробьева, Семен Самигулин, регион 29.